Участнику Великой Отечественной войны Михаилу Ашику присвоят звание «Почетный гражданин города Магадана». Об этом говорили на заседании депутатской комиссии по вопросам социальной политики в городской думе. Я скажу о том, что это человек старейший, ему на сегодняшний день уже 95 лет. Родился он в 1925 году. Здесь, в Магадане, он у нас прожил и отработал 12 лет в Главном управлении строительства Дальнего Востока в контрразведке. Но говорить сегодня о важности этой работы, наверное, не имеет смысла, потому что мы с вами все понимаем о том, что люди, которые здесь служили, работали, их главная задача была – это найти и наказать способников фашизма. 24 июня, в день парада, посвященного 75-летию Великой Победы, откроют почетную доску Михаилу Ашику. Также на заседании говорили о внесении изменений в положение конкурсного отбора кандидатур на должность мэра Магадана. В частности, речь шла о сроках опубликования решения, проведении конкурса, а также о дополнении списка предоставляемых кандидатами документов.